Неспокійні заходи відбуваються на території Республіки Білорусь, але пропаганда і влада там каже, ну щось прилітало, ми збили, але Росія тут, напевно, ні до чого. Бункерний диктатор дістав знову свою карту про переговори, не знати вже з якої крапленої колоди, і згадує Курську область, а президент України Володимир Зеленський теж згадав і каже, ми її не забудемо і звідти не підемо, і дав велике інтерв'ю щодо наших планів і планів супротивника телеканалу NBC News. Про це не тільки говоримо просто зараз. Ірина Узлова звати мене. І з нами традиційно Роман Світан, воєнний експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Збройних сил України. Пане Романе, від душі рада вас бачити. Вітаю, слава Україні! Героям слава, бажаю всім здоров'я. І вам також, все навзаєм. Не все так однозначно. Уявляєте, перша реакція пропаганди на повітряні бої з шахедами вже на території Білорусі, які туди другий раз залітають за тиждень, вже не знати, які за місяць. Якась така доволі прогнозована. Кажуть, ну, щось летіло. Може бути, це були безпілотники. Може бути. Предположительно, каже білоруська пропаганда, збитий безпілотник. Дуже доволі такі передбачувана реакція і наратив, що це безпілотник, звісно, міг бути український. Бо атака ж була на Україну. Країну, да, то, напевно, ми якось його відфутболили на території Білорусі. А також, кажуть пропагандистам, я такий Шпаковський, ще до реакції Міністерства оборони Білорусі, кажуть, що це, напевно, Україна взагалі влаштувала чергову озброєну провокацію проти Білорусі. Будемо розбиратися, розкачати лодку не дадім, кажуть представники ВВС Білорусі і військ ПВО, що в них все буде своєврємно. Що відбувається? Наше Путін бомбить Білорусь, і як ми можемо спростувати той факт, що це взагалі не наша провокація від слова зовсім. Ну, якщо этот беспилотники шли не на запах жареної картошки, которую там в это время шурудил Лукашенко, он это может, он специалист по этой теме, бульба это ж великая отрасль экономики Беларуси. Это со всем уважением сам часть литвинской крови есть, потому естественно, понимаю все эти процессы. Потому если он шел не на запах, то, скорее всего, был запрограммирован зайти сначала в Украину и не один беспилотник, а потом уйти в Беларусь. Это не первый раз и не последний, так это точно. А вопрос реакции белорусских противовоздушной обороны, белорусских вооруженных сил. Наконец-то они начали их сбивать. Понимая, что одно дело там летающий сарай, другое дело шахет, когда идет с 50 килограммами взрывного вещества. А это уже, вернее, боевой части. А это уже довольно-таки серьезная опасность. Допустим, для того же Мозырского нефтеперерабатывающего завода, за который Лукашенко, ну, очень сильно переживает. Очень сильно. Пытаясь как-то навесить будущее уничтожение этого завода сразу на вооруженные силы Украины. А реально сейчас видно, что этим пытаются заняться как раз россияне. Причем заходы нескольких беспилотников с украинской уже территории, российских беспилотников сначала на украинскую территорию, потом с украинской территории на белорусскую. Это может быть такой казус белли. Причем и в одну, и в другую сторону. Дело в том, что некоторые беспилотники потом уже с белорусской территории возвращаются на украинскую. И здесь тоже есть момент. Россияне пытаются завязать этот конфликт, как-то создать какой-то прецедент, еще раз повторюсь, казус белли с одной и с другой стороны, для того, чтобы потом развязать уже серьезные какие-то боевые действия, подписаться под них, там, раздуть их на международной арене, наших бьют, ну, в таком режиме запустить. Этот процесс. Но вот несколько раз из уст Лукашенко было услышано именно Мозырский НПЗ. Он очень сильно за него переживает. Он прекрасно понимает, что как раз для россиян это абсолютно никакая не проблема завести там десяток-два беспилотников на украинскую территорию, а потом уже с нашей территории жахнуть там 40 километров до Мозырского НПЗ, сжечь его в ноль. И этим самым втянуть Беларусь в на боевые действия. Для Путина это очень важно на данный момент. А Лукашенко приходится танцевать как балерина. Представьте себе Лукашенко в усах и в трусах и в этом балеринском платье. Я не хочу таке уявлять, пане Романе. Ну, да, так? Вот ему приходится сейчас такие павы давать, и он не знает, как дальше с этой ситуацией выйти. А ви думаєте, йому вдасться після смаженої картоплі, на якій він спеціаліст, якось піднятися на тих пуантах? Мені здається, що ні, він ще на дно за собою Путіна потягне, але війну не вступить. Ну, Лукашенко, наверное, вряд ли, но у него есть помощники, его подымут, если что, там рядом будут бегать. Все-таки так, довольно-таки серьезный диктатор в этом смысле. С Путиным, конечно, проблема. Он там хоть на пуантах, хоть не на пуантах, он все равно выше полутора метров не подпрыгнет.
А до речі, Павло Латушка, білоруський опозиційний політик-дипломат, казав, що Лукашенка в прямому сенсі до трусів роздягнеться, але не вступить наземно і так повномасштабно, як хоче Путін, у війну проти України, і не тільки, хіба що на провокації і ладен. Правий, Латушко? Да, я поддерживаю его. Дело в том, что Лукашенко, может быть, и 300 раз бы уже вступил. И здесь не так Путина поддержать, как Китай. И у него все-таки сюзерен уже не Путин. А уже Си Цзиньпинь, он уже вступил в этот ШОС и, в принципе, присягнул китайской власти. Потому здесь он в этом смысле уже на Путина не так сильно ориентируется. Уже давным-давно вступил как раз под Си Цзиньпиня. Он просто понимает и чувствует однозначно отношение белорусского общества к этой войне. Белорусы не будут воевать против Украины. А белорусы — это не россияне. Это россияне непонятно что и непонятно как. Какая-то сборная солянка. С чего попало, с разных эпох. И это все называется Россия. А белорусы нет. Белорусы — это все-таки европейский и ментально, и генетический народ. Это литвины. Я же говорю, у меня часть литвинской крови есть через прабабку. Потому знаю прекрасно, что это такое. Моя одна из веток как раз с Черниговщины. А это Гомельская, рядом с Гомельской областью. То есть есть эта связь с украинцами, еще раз повторюсь, через европейскость, через ментальность эту. Мы в свое время противостояли в одном государстве еще сотни лет назад как раз вот этой орде, которая наваливалась со стороны южнее Урала, то есть оттуда монголов, там не поймешь, кто из них где. Говорят, монголо-татары заходили, что-то татары остались, а монголов все кинули. Где-то там сейчас на Дальнем Востоке болтаются. Есть эта проблема. И белорусы в этом смысле не будут воевать против украинцев. Это будет негативнейшим образом воспринято, любые провокации. А тем более, если в них еще будет участвовать Лукашенко, он просто не вытянет эту войну. Дело в том, что воюет же не армия. А воюет государство, воюет народ. Без тыла армия воюет несколько месяцев, а белорусская армия проводит несколько дней без поддержки белорусского народа этой войны, а этой поддержки нет и не будет. А это наш, вот здесь вот можно уже точно говорить, белорусы — наш братский народ в этом смысле, европейский, наши соседи, с которыми мы-то точно будем соседствовать еще там тысячу лет и в мирном сосуществовании. Ну а Лукашенко, он это ж, как всегда, все диктаторы, они приходящие, а уже нація не вічна. Та взагалі нічого в житті не вічно. Пане Романе, але, напевно, кілька днів не приймав і Путін на пігулки ніякі, бо він сьогодні, його ніхто не питав, але він вийшов на великому заході, як це позиціонує Росія, Східний економічний форум. І там Путін наговорив, як завжди, акалєсіце. Хоча, знаєте, в принципі, нічого нового. Другий раз за тиждень, то перед школярами в Туві, да, то це, значить, на Східному економічному форумі Путін Стамбул згадав. Таке враження, що він йому сниться вдень і вночі. Про оті парафіновані домови там, яких насправді і не було після Бучі, ну, а можливо були, але після Бучі, після всього вже стало неможливим це взагалі щось, про щось домовлятися з росіянами. І на загал каже, ми з дитинства за переговори, Курську область згадав також Путін, каже, але до переговорів ми маємо забратися з його території. Да, ми ж йому кажемо, так ти бери, забирайся з Криму і частини 4 областей, які взагалі не окуповані Путіним повністю від слова зовсім. Для чого Путін другий раз за тиждень і 122 раз за рік підіймає тему переговорів, які нереальні до виконання ні нами, ні нашими західними партнерами, та навіть та сама Бразилія, Індія і Китай, яких згадує Путін, як тих, хто може в цьому плані допомогти, там про його план не йдеться в тих кроках, які пропонують і ці країни. Ну, в Туве он действительно наговорил интересные вещи о том, что его дети вообще изучают китайский язык, представляете? То есть уже готовят эту сторону за Уралье, по крайней мере, под Китай. И уже сам начинает готовиться через детей, по крайней мере. Там говорят, у Кабаевой пара выкормышей путинских есть. Это как минимум. То есть есть эта проблема. Это проблема для россиян. Это такой путь развития российского общества. За Китай, за Уральщина, которая будет около китайщины или за китайщиной, как угодно. Жалко просто наших украинцев, которые больше 100 лет назад переселились в зеленый клин. Как раз в эту закитайщину, то есть это за Байкалом, Амурская область, там десятки, сотни тысяч украинцев живут до сих пор.
Украинка, Черниговка, это же как раз именно те аэродромы, я просто через аэродромы это все знаю, это Амурское направление, как раз рядом с Китаем. То есть у Путина там были проблемы в Туве. А вот то, что он начал говорить за мирные переговоры, причем поднял те договоренности, которые были действительно в 27 марта 2022 года, подписаны нашей делегацией. Умеровым, Архамией, Подоляком, кто там еще был, Резников, специалисты, 4 джигита минимум, там еще несколько тачанок было. Угу. Так они у него на столе лежат. И он о мирных, когда говорит о каких-то договоренностях, он четко показывает. Так вы мне уже Крым и Донбасс отдали. И вот если хотите там мирного неба, так вот давайте мы тогда теперь это все ратифицируем, подпишем и типа разбежимся. Просто сейчас у него уже другие чуть другие запросы. Только не 4, а 5 областей. Крымская еще в том числе. Да, Луганская, да. Донецкая, Запорожская, Херсонская и Крымская. 5 наших областей. Крым это не республика. У нас унитарное государство. Она не может быть республикой. Не может быть республика в унитарном государстве. Либо государство не унитарное, либо и республика не республика. Потому Крымская область. Никто ему, естественно, их отдавать не собирается. Но, тем не менее, на бумаге то, что написано, уже топором сильно не вырубишь. Они действительно его это подписали. Это большая беда для нас. Почему? Потому что сейчас вокруг этих договоренностей стамбульских, которые... Если вспомнить хорошенько, кто их притащил, эти договоренности, Беннет и Абрамович. 2 израильтянина, которые вовремя подсуетились в свое время, скорее всего, участвовал в продаже Крыма и Донбасса, участвуя в том числе, а потом куда-то слиняли, правильно говорите, когда после Бучи и Беннет и Абрамович поняли, что им такое обрезание сделают, что они в этой жизни уже не выживут. Это не то, что было раньше. То есть, естественно, после такого рода действий наше общество, армия, однозначно не пойдет ни на какие переговоры, ни на какие сдачи наших территорий. Мы потеряли уже сотни тысяч украинцев. Вопрос к нашим политикам, он еще остается, потому что все эти 4 джигита, как минимум, или там часть из них до сих пор находятся у власти. И вопрос есть. Если Путин поднимает это все и показывает эти фамилии, которые там есть в этом документе при сдаче Крыма и Донбасса в 2022 году, это есть еще такая опасность. Потому я бы так, конечно, саркастически к этому не относился. Не все так просто. Надо быть очень сейчас осторожным, аккуратным и следить за действиями нашей власти, в которой до сих пор підписанти цієї здачі Криму і Донбасу знаходяться. Так, так, це правда. Ми враховуємо, звісно, і ризики, але тим не менше, ми ж бачимо, що Путін з певною періодичністю це дістає і згадує про Стамбул, але президент України Володимир Зеленський згадав не про Стамбул, а про Курську область в інтерв'ю NBC News. Ми ще напередодні почали фрагменти з нього, якраз які стосуються Курщини, обговорювати. Сьогодні побачили повну версію. І там Зеленський каже, що які такі переговори, якраз Курськ – це частина нашого плану перемоги, який буде представлений в Сполучених Штатах Америки як перший крок. Сам план буде 4+1, і з Курськ ми будемо отримувати стільки, скільки буде нам потрібно. Уваживши при цьому, що там уже до 60 тисяч особового складу російських військ зосереджено, за оцінками Зеленського. Як при такому розкладі, як довго ми зможемо утримувати Курськ, чи дійсно він може бути використаний якось ця обмінна монета переговорного потенційного процесу? Ну, діло в тому, що операція в Курську була проведена нашими військами з немалими потерями. Ми потеряли не одно десяток, сотню, може, тисячу чоловік при цій операції. Вона була основна задача цієї операції був упреждаючий удар, то есть превентивний удар по російській групіровці, яка пыталась двигатися в сторону Сум. И обмінювати, так сказати, і ставити в обмін жизни, а уже смерти наших людей, ну, мягко скажем так, не камильфо. Так я не знаю, как минимум, у кого язык повернется обменять, вообще в тему эту подымать. Тогда не надо было никуда заходить, и мы потеряли очень много людей. Для обеспечения безопасности наших, допустим, границ, это надо было делать с меньшими потерями и удерживать границу 600 километров, которая до сих пор, там километр, несколько сотен километров, еще не линия боевого соприкосновения до сих пор.
она фрагментарная. Мы воюем в основном за Осколом. Вот там тысяча километров горячего фронта, это точно есть. А до Оскола несколько фрагментов. В район Волчанска, район Липцев и район Суджи. Все. А еще несколько сотен километров. Просто линия границы с одной и с другой стороны, с одной грибочки собирают, с другой цветочки собирают. Иногда перебрасываются. Ну, вот примерно так. У нас до сих пор такая непонятная ситуация, не какая-то непонятная война. И этот заход в сторону Курщины, то есть на российскую территорию, если это не создание линии боевого соприкосновения с улучшением, с улучшенными оборонными задачами, то непонятно, для чего тогда положили тысячи людей. Смысл для того, чтобы потом прикрыть какие-то свои договоренности с Москвой, это слишком может для этих договорников плохо закончиться. Слишком много мы людей потеряли, потому надо им поосторожнее быть всем этим мирным планом, особенно с планом, если он только не колумбийский. Как начинается про какие-то планы от нашего правительства, от нашего руководства, это планы потом плохо заканчиваются. План тоже был в 22-м году, 27 марта в Стамбуле. Потому, еще раз повторюсь, надо быть очень аккуратным, очень осторожным и смотреть за действиями, за этими шулерами, которые из плана колумбийского могут сделать какой-нибудь план по сдаче нашей территории. Ни одного квадратного миллиметра, ни одного кварка украинского Россия не должна получить. И пока россияне находятся на нашей территории, не должно быть никаких контактов, кроме огневого. Потому что любой другой контакт – это капитуляция и сдача наших территорий под прикрытием каких-то планов. План А, план Б, план ЗЮ. 4, один смотрим, 4 прячем, а всего 5, а всего 4 плюс 5, 9, а один там где-то потерялся, давайте до десятки. И это вот называется такая наперсточная игра. Военные здесь в этом смысле намного проще на действия смотрят. Армия давала, любой военнослужащий давал народу Украины присягу сохранять территориальную целостность и суверенитет государства. Там нет нигде не прописано никаких мирных планов, ни 4 плюс 1, ни 1 плюс 4, ни Стамбул 3 или там Минск 2 и так далее и тому подобное. Потому сейчас уже, и как только начнется какое-то действие по сдаче украинской территории, тут же армия включится в противодействие, причем согласно, так как введено военное положение, армия сейчас должна выполнять два пункта присяги. Это сохранение территориальной целостности на поле боя, уничтожение россиян и суверенитета. А суверенитет государства, в том числе и от внутренних врагов. Потому армия может развернуть еще и свои штыки против внутренних врагов для того, чтобы сохранить суверенитет без давления снаружи на тему капитуляции. Поэтому это надо уже нашим политикам четко это понимать. Не все так просто, как им хотелось. То есть до введения военного положения это было демократическое политическое управление, а уже после введения военного положения, когда начали говорить пушки, здесь уже включается армия. И здесь армия свое слово скажет. Ни одного кварка, ни одного атома россияне нашей території не получить, как би хто не хотів. Пане Романе, а оцей план перемоги 4 плюс 1, чи на нього хтось пристане, чи будуть теж казати, що ну от, щоб і вам не дати програти, але ж якось і Путіну не можна дати перемогти, але й йому не можна дати програти, і може будуть схиляти теж до переговорів, якщо не зараз, а в січні? А дело в том, я же уже сказал об этом, у нас военное положение. Вот до военного положения, пока армия стояла в своих квартирах, в ППД, в пунктах постоянной дислокации, она не включала механизмы определенные, тех прямых обещаний народу. А сейчас нет, сейчас армия уже будет участвовать во всех этих, вернее, пресекать любые попытки любого контакта с противником, кроме огневого. Почему? Потому что для нас, получается, тех, которые воюют, воевали за независимость, воюют за независимость, для нас любые переговоры за нашей спиной на данный момент проведения боевых действий – это измена Родины, это предательство, это вообще-то 111-я статья. Их должны успеть, всех этих договоренщиков,
успех перехватить и контрразведка, спрятать, по крайней мере, от работы уже на уничтожение армейских структур. Я думаю, успеют. Ну, а кто не успеет, кто не успел, тот опоздал. Примерно так. Я не думаю, что, понимая эти все процессы, да. Все же прекрасно видели, чем закончилось такое же действие у Януковича. Он просто успел убежать. Успел, его успели вывести. Он также сдавал Украину россиянам. Успел Крым сдать. Он запросил же тогда российские войска в Крым завести. То есть это та же будет картина и с этими договаривающимися странами. Потому если в каком-то пункте хотя бы будет намек на сдачу наших территорий, даже одной молекулы, или, неважно, под каким-то соусом сдачу нашей территории, эти товарищи, они уже в Украину не вернутся. Ну, однозначно. Им на Ростов сразу ехать или в Израиль. Ну, у кого какие паспорта? У нас же, у наших некоторых правителей всегда по два паспорта. Ой, да, один украинский, а второй или российский, или израильский. Потому им сразу туда лучше ехать, потому все их бумажки, все их планы они с собой увезут, если максимум используют в качестве туалетної бумаги, то сомневаюсь. Якщо тільки два паспорти, пане Романе, а не 22, бо знаємо, що... А потім вони тихонько уходять в лісочок або за кордон, і йди свищі. Тут теж ми знаємо і проблеми, і питання, і виклики. А прийнято тут, коли Путін каже, що не вдалося налякати і змусити їх суетитися Курської СВО, і що ніяк це ніяким чином не вплинуло на Покровський напрямок. Наскільки тут багато неправди в цій заяві? Ну, дело в том, что россиян остановили. Они, ну, опять та же самая картина, что произошло. Сняли Залужного вместе с командой. Февраль месяц. Россияне тут же начали давить, взяли Авдеевку, потом взяли Очеретина. И действия политической команды, Министерства обороны, Умеров, опять же, Умеров, откуда взялась эта фамилия. Это опять из той же самой группы, которая сдавала в 22-м году в Стамбуле часть Украины. Крым и Донбасс россиянам. Он же был в этой группе в том числе. Сейчас он министр обороны. А он отвечает за поставки военной амуниции, за поставки боеприпасов. И недопоставка боеприпасов, соотношение 1 к 10 где-то было по боеприпасам. А то и 1 к 12. Вот сейчас уже есть эта информация. Естественно, не поставили. Сколько бы у вас армии не было, не дайте им чем стрелять, они будут отходить или погибать. Это практически начали сдавать Донбасс. Скорее всего, в 22-м году Крым и Донбасс был сдан полностью. То есть в составе Луганской, Донецкой области до ее границ. Ну, исходя из действий нашего некоторого политического руководства, мы это видели прекрасно. Россияне начали оперативный прорыв, они, естественно, двинулись в сторону Покровска для того, чтобы прорвать фронт, это и называется оперативный прорыв, и успели только перехватить россиян, во-первых, сразу, как только было понятно, что Донбасс сдают, а мы с вами неоднократно об этом говорили в том числе, о том, что политики, вот эти, которые сдали его в 22-м году, сдают сейчас уже фактически, тогда сдали юридически, сейчас сдавали фактически. После того, как поднялся довольно-таки серьезный интерес к Донбассу, как только поднялось серьезное давление, в том числе и на наших партнеров, подключились наши партнеры. У нас поставки вообще прямые шли на Восточный фронт для того, чтобы остановить оперативные прорывы. На данный момент он остановлен. Россияне остановлены в районе Покровска с тяжелейшими потерями с нашей стороны. То есть эти недопоставки на Восточный фронт военной амуниции привели к тому, что пришлось телами закрывать. И мы потеряли очень много людей на Восточном фронте. Это еще будут большие вопросы к этим инициаторам сдачи Донбасса. После того, как поднялось общественное мнение, начали бить набаты, в том числе наши партнеры, подключилось военное руководство, может быть, послало по курсу русского корабля политическое руководство, включились, мы видели, как Сырский работал на Востоке, остановили, подключилась полиция, кстати, нацполиция, нацгвардия, вот сейчас Покровск прикрывает Карадаг, бригада, штурмовая бригада нацгвардии, тяжело, хлопцы, но тем не менее, подставили плечо вооруженным силам Украины и удержали россиян. Сейчас россияне уперлись в Покровск, не дошли до него, начали расширение. Пытаются, на север у них не получается, там ракадные дороги не дают, Покровск-Константиновка, там есть довольно-таки хороший, более-менее выстроенная
активная оборона, они начали двигаться на юг, то есть пытаются выйти на Селидово, на Украинск, охватить, окружить Курахово с дальнейшим стратегическим направлением к окружению Угледара. То есть решить вопрос хотя бы вопрос решить по юго-западному этому направлению, по оси Угледар-Курахово. То есть это движение сейчас купировано россиян. Сейчас непонятно просто количество сил, средств для дальнейшего развития ситуации у нас. Ну, по крайней мере, теоретически или, допустим, по определенным формулам войны у нас есть такая возможность оставить россиян в том виде, в котором они сейчас есть, то есть не дать продвигаться дальше. А после выхода в осенне-зимний период, после того, как начнутся дожди, а поверьте, я донецкий, что такое чернозем донецкий мокрый, я знаю прекрасно. Если нога туда попала, по колено засосет, называется. Это представляете, что будет с теми же россиянами в нем. Особенно как раз на запад от Донецка. Там 80 сантиметров чернозем. И я думаю, можем размотать в течение зимы, размотать это российское оперативное вклинение. Но Путин будет пытаться двигаться там для того, чтобы двигаться на границе Донецкой области, для того, чтобы пропихивать вот это подписанное в 22-м году в Стамбуле, пропихивать это соглашение. Украинский народ этого не даст, украинская армия этого не даст. Я больше скажу, уже и партнеры наши этого не дадут, особенно европейские партнеры. Пока там будут двигаться по Белому дому, пытаться мериться рейтингами, мягко так скажем, мерятся рейтингами новые кандидаты, то в это время Европа нам в этом смысле нам будет точно помогать, особенно Британия, особенно Германия, Франция подключается, то есть поляки не дадут в этом смысле отступить. И вот хорошая новость, прям вот буквально последние несколько часов, нам дарят даже один патриот румыны. Вот большое спасибо румынам. Кто мог подумать, да, румыны нам так помогли. Поляки так не помогли, как румыны. Отстроили систему, если кто заметил, отстроили систему логистики на своей территории. Построили несколько баз, и военных в том числе. Обучать будут наших пилотов. Перегнали самолеты. Подарили патриот, в конце концов. Ну, то есть, вот, пожалуйста, румыны, вот соседи. Вот это настоящие, кстати, соседи, вот которыми должны быть соседи вот именно тогда, когда они уже надолго, так сказать, надолго уже определенными географическими рамками закрыты. Пане Романе, і Бантик, 2 хвилинки, 1.5. Новоросійськ сьогодні вночі не спав. Кажуть, там було тривожно. МОРФ відзвітувало про 2 буцімто збитих морських дрони. Присікли їх. Що нам треба розуміти про цю атаку і коли їх стане там більше? Чи поки це не НАТО в пріоритеті? Ну, Новоросійськ для нас, ми скільки самі, півгода об этом говорить. Да? От Новоросійськ, НПЗ, Новоросійськ. Чому Новоросійськ? Новоросійськ – це порт, в который перебазировался Черноморский военный флот. И это новороссийский терминал по перекачке нефти в танкеры. 60% нефти идет в танкера через Новороссийск. Потому, я думаю, эта пара дронов, которая проходила, это разведка боем, так называемая. Но надо нащупать тот алгоритм работы российской системы безопасности, обороны, работы ПВО, работы береговых ракетных комплексов по противодействию вторжению. А дальше срисовали, я думаю, срисовали наши бэки, наша разведка этот алгоритм. И как только будет достаточное количество беспилотников, я думаю, разного плана, то новороссийский, в конце концов, и терминал, и новороссийский порт будет также уничтожен, как и Севастополь. Не сумніваюся і я, і що станеться це якомога швидше, тому що якраз і це ще й незаконні їхні танкери, які перевозять нафту і по їхніх базах і під іншими прапорами, те ще й спонсорують російську воєнну машину. Тож треба бити, де досягаємо. Дякую вам дуже, пане Романе, за те, що ми б'ємо інформаційно і аналітично ворога також. Спасибі за вашу фахову аналітику і за час, який ви для нас знаходите. Побачимося з вами вже буквально за кілька днів. На все добре. До свидания. До побачення. Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор, а також полковник запасу Збройних сил України, був разом зі мною. Іриною Узловою. Друзі, дякую, що ви обираєте, довіряєте. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube 24-го, на Західне теж заходьте. Бережіть себе, вірте в Збройні сили України. Побачимось і переможемо.